Добрый день. Отдел технического надзора ГИБДД по Одинцовскому городскому округу. Пожалуйста, предоставьте документы. Водительское удостоверение, путевой лист, свидетельство о регистрации на транспортное средство. Очередной рейд автобус проходит в обычном режиме. Автоинспекторы проверяют законность осуществления пассажирских перевозок и соблюдение мер безопасности водителями. Особое внимание уделяется техническому состоянию транспортных средств, их комплектации, наличие аптечки и огнетушителя. Так, отмечаем, информация о вакцинации размещена. Возможность безналичной оплаты в автобусе, пассажиры информированы. Отопительные приборы в автобусе исправны. Водителей просят избегать резких торможений, не начинать и не завершать движение с открытыми дверями, а также исключить взимание платы за проезд и разговоры по телефону во время перевозки. Интересуются автоинспекторы и мнением пассажиров, довольны ли те, например, автобусным маршрутом. Доброе утро. Пассажир, подскажите, вы маршрутом пользуетесь регулярно? Да. Жалобы на маршрут есть? Нет. На расписание, на температуру в салоне, печки работают, отопительные приборы? Количество ДТП с участием пассажироперевозчиков в Одинцовском городском округе снизилось, отмечают госавтоинспекторы, во многом благодаря постоянной профилактической работе. Татьяна Мигдаль, Стас Трифонов, телекомпания «Одинцова».